О днях Тверской области в московском парке «Зарядье» мы уже рассказывали в наших выпусках. Сегодня можем подвести итоги и с удовлетворением сказать, что в мероприятии приняли участие более 130 тысяч человек. Гости выставки познакомились с туристическим потенциалом региона, открыли для себя новые места и маршруты отдыха. Жители столицы прошли квест на знание городов, расположенных на берегах Волги, и совершили виртуальную прогулку по Тверскому Кремлю. Также на специальных пленэрах гости парка «Зарядье» запечатлели виды Иваньковского водохранилища. Уже 15 июля Верхний Волжье примет участие в другом знаковом событии – фестивале ВКонтакте в столичном парке Горького. На концертной площадке регион представит молодые исполнители на гуслях с песнями о князе Михаиле Тверском и княгине Анне Кашинской. Как известно, Верхний Волжье является самым доступным по логистике субъектом для жителей Москвы. Задача подобных мероприятий – не только знакомство москвичей с возможностями отдыха в регионе, но и обмен опытом с коллегами.